Пойду к людям. У кого вопрос? Давайте. Кирилл Макаров, одна. Я тоже Макаровку закончила. Вам нравилось там учиться? Нет. Макаровка — это академия, которую я закончил. Я там как стал актером. Я очень люблю... Это на моряка где? Да. Я очень люблю государственную реформу. Академию имени Степана Осиповича Макарова. Вот. И я очень рад, что здесь тоже выпускники. Вы же на Охте, да? На Охте, да. Я судоводительский факультет закончил. Я знаю, читал там. Спасибо. И встреча выпускников началась. Знаете, следующий вопрос. А у меня вопрос к вам. Хотели бы вы еще раз вместе поработать над каким-то проектом, а может быть даже это в планах есть, сняться еще раз вместе в фильме? Кстати, да, у меня есть идея, я сам пишу сценарий про бандита и полицейского. И я хотел позвать на кастинг Кирилла, посмотреть, как он справится. Ну, то есть, брат позовет меня на кастинг, и, может быть, я сыграю в его фильм, он пишет сценарий. Так что, может быть, почему нет. Спасибо. Следующий вопрос. Ну, мы же с вами, давай. Я знаю, что Кирилл очень любит Север и Питер в целом, но я с юга, и моя мама, она просто фанатка вашего фильма, она, к сожалению, не смогла приехать. Когда мы ждать на юге? Юг вас очень ждет. Я очень часто бываю на юге, потому что я родился в Волгограде, и я приезжаю туда, там живет моя мама, и вот возможность, когда я был в Саратове, я заглянул в Волгоград и всегда навещаю свою маму. Вообще, желаю всем, чтобы почаще навещали своих родителей, и, потому что это святое. А можно еще попросить? Моя мама зовут Наталья Ивановна, она 11 раз смотрела ваш фильм, она подписана в социальных сетях, у вас она очень просила, чтобы вы передали привет. Наталья Ивановна? Да. Наталья Ивановна, вам большой привет. Наталья Ивановна, вам большой привет. Мы постараемся сняться еще где-нибудь, чтобы вы не смотрели 20-й раз. Спасибо. Одна техническая новость, ребята. Вас очень много. Приезжают из других городов в данный момент сейчас люди, автобусы приезжают. Не все сольно с актерами сфотографируются. Но будет общий. Вы успеете. Так, подождите, без страх, без... уберите ножи, пожалуйста. Хороший вопрос. Нет. Да, вот когда так, да, можно, но не все успеют, не 100%. 78% успеют, а остальные все попадут на общее селфи. Хорошо? Все, давайте тогда, чтобы побольше времени у нас на фотографии и на автографы, давайте без вопросов сразу, может быть, начнем. Вы не против? Все, супер. Тогда давайте, как договаривались, по очереди. Мы репетировали. Поехали. Так, не толкаемся здесь. Ой, я всегда мечтал быть воспитателем в детском саду. Так, третья группа. Давайте не надо. Ладно? Еще шампанское или что? Мальчик, пока мы ждем, давай. Тихо, ну я же не официант, ну ребята. Это долго, слишком, ребята. Ребята, у нас важное сообщение. Мы приняли коллективное решение. Автографы. Это последний был автограф, который был здесь поставлен. Ну потому что, чтобы быстро забежали, фото убежали. Хорошо, да. Все, давайте так. У всех будет фотка, и все. Но автографа нет. Либо драка начнется. Все. Либо начнется драка. Выход с этой стороны. Все, быстрее, вот аппарат. Все. У меня лично. У меня там чуть не упал просто человек. Все, спасибо. Да, давайте можно по двое фотографировать. Все.
По пять человек фотографировали. Нет, это не то чтобы вы... Хорошо. Короче, не по одному, давайте. Пришли втроем. Что? Можно? Все. Лично тебе можно. Все, ребят, давайте быстрее, пожалуйста. Расскажу о себе, в принципе. Ручку? А, ребята, еще одна поправка с селфи мы теперь тоже не делаем, потому что это быстро очень. Есть фотограф, будет качественная, хорошая фотография. Все. Она получится, фотограф делает несколько раз, щелкает сразу, и потом будет выбран просто один кадр хороший. Так что не переживайте, пожалуйста. Все? Спасибо. Ребят, просто поймите, вас очень много, поэтому да. Вот вроде поживее пошло. Следующий. Спокойно, давайте. Девушка, извините. Кондуктор, нажми на тормоза, пожалуйста. Давайте успокоимся.